Ой, всем здравствуйте. 4,5 месяца прошло с последней серии, но я думаю, можно уже продолжить. Я вообще не помню, что тут происходит. Я помню, что мы на последней сложности я играл и все. Больше ничего там. Пересмотрел немножко конец последней серии и вспомнил, что идеологию только что приняли. А это значит, что сейчас недовольство будет несколько. Соответственно, надо об этом позаботиться, потому что у нас ноль. Поэтому чё? Вейдером хохрут. Придется покупать у кого-нибудь какую-нибудь фигню. Так, чё? Geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Вместо соли алюминия ему подкинуть. Geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Ik geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Gaat uw gang. Ik geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Ik geloof dat ik iets heb wat... Так, 4 отсюда. Wat qua numero? Тут там поближе. С этим мы воюем. Халяка, дамик. Да, хочет 3 мои города, он черт. Можно вообще с этим, с монголом. Сэмбэну. До него далеко. Юху. Би мугумурцанг бэн каргтыккуй. Его нет, у него есть алюминий. Таба яулук. О, у него нет алюминий. Кулли аданун сагия. مصر السخية تقدم لك هذا الأرض. كل أذان صاغية. أوي مش проблема с самого начала. تحياتي. Во. كمل. Вот с ним можно. جيت وأنا كل أمل. Нет. باش نوصلوا شي اتفاق. Да что ж такое-то, а? زيد. جيت وأنا كل أمل. Кроме голландцев, ничего не хотел отдавать. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Treffen wir eine Abmachung. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Treffen wir eine Abmachung. Ой. Так, ну 8 должно хватить, там где-то 7-8 обычно дается. Какой-то процент. Ой. Что-то вообще желание в цену играть вот резко исчезло, а и также резко появилось. Казак это объяснить? Ну я не знаю, скорее всего уеду, поэтому продолжение где-нибудь через 5 месяцев-то и будет, наверное, снова. Или вообще не будет. Ой. Посмотрим, что тут будет. Но война только с этим родом. У него уже эти стрелки, а у меня все еще отсталые какое-то. Отсталые войска. Все отсталое. А, ну вот 7. Да, 7 из-за новой идеологии она прилетела. Хотя я этого не заслуживаю. Не заслуживаю, но всем пофиг. Так. А я, по-моему, уже... А, у меня с ним еще и... Я же, по-моему, высказывал все свое мнение по поводу вообще Армении, да, потому что не особо. Я почему-то когда прочитал, подумал, нифига себе, типа, это же мега крутые бонусы, а на самом деле нет. Ничего не мега крутые бонусы. Вначале круто, а потом уже ничего нет. Ничего нет, буквально. Скакнуть. О, этот тоже взял. Порядок. Ну, порядок, на самом деле.
самом деле на порядок выгоднее, чем некоторые. Да, конечно, мне же воевать надо как-то с ним. Мне же надо с ним как-то воевать, то есть мне нужно откуда гонить. Просто, я думаю, доиграю эту партию, уже это чей мне есть победа. Вряд ли она будет город вырос. Это на самом деле не очень хорошо, потому что нифига счастья нет. Нифига нет счастья. Наверное, скоро приму в этих. В порядке есть несколько некоторое количество полиси на счастье, поэтому я думаю, что это спасет. Какой-то пипец, я не понимаю, а как так-то? А, я вспомнил, я облажался с обсерваторией вот в этом городе. Да-да-да, это было знатно. Знатно я ошибся. У меня тут все по одному ход, лол. Сейчас уже этих выйдем. Стрелков тоже, а то что-то меня пробивают жестко. Жестко пробивают. Так. Туда-сюда. Надо вот эту пустить, стрелочку. Но все равно мне рост сейчас не нужен, поэтому... Черт. Ой. Цива такая вот, мне всегда так было. Играешь, 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 прям уже офигеваешь от нее. А потом бах, и все. И просто на нее смотришь и думаешь, зачем заходил вообще? Зачем заходил? Непонятно. Почему что? Компьютер. Вот этот Циву всегда, кстати, была игрой мега плохо оптимизированной. Я вообще не знаю, как там можно было сделать. Я помню, когда она только вышла, я ее купил еще на диске, она была. То есть в Ашане диск за 1000 рублей. Это вот я очень хорошо помню. Из диска у меня первый раз установился Steam. Это было, соответственно, в 2011 году. И... Она была мега плохо оптимизирована, она просто постоянно лагала. Там вот эта серая полоса, которая подгружается, она была постоянно. Я помню, у меня была мега игра с Германией, где там в конце... Я играл как в третьей Циви, там где... В третьей Циви надо было дорогами каждую клетку сделать, потому что золото больше шло. Я всеми вот этими дорогами каждую клетку заполнял, и я так постепенно захватывал, это было там, да. Второй сложности, наверное. И у меня там было... Ну, все равно золото дофига, потому что это вторая сложность. И очень долго у меня там ход был 400-й. Под конец все было в дорогах, мега лагало. Ком был, правда, не такой. Так, ну тут надо пиршу, естественно. Этого сейчас убьют на него. Вот что с ним делать? Что с ним делать, если его убивают? Еще придется ставить вот так. И вот так. И вот так. Где-то три счастья брать. Так что Цива всегда этим славилась. И плохой оптимизации. Ну да, в принципе. Черт с ним. Так, кстати, вы. Вообще ты не воюешь с ним. مصر السخية تقدم لك هذا العرض. كلا بكل تأكيد. Defensive pact не хочешь? كلا بكل تأكيد. Ой. Главное еще одна шка. А, кстати. А что же я делаю-то? Надо же идти обрабатывать шоколадку, и он тогда с ним будет. Воевать. Собственно, в чем проблема-то? Не вижу проблемы абсолютно. Этот тоже взял порядок. Ой.
Так, война между этими державами великими. Этот вообще в навал пошел, он просто офигевший урод. Еще и пастбище раскрадано. Что за ужас? Так, 7. Ага, у меня убралось 7 этого. Отлично. Просто великолепно. Дорога на рост. Так. Ну что я могу сказать? Опа. Галяка, дами. Оп, ну что, самый херу в армии? Да. Конечно. Так, стреляем. А, сейчас это выбьет. Мне надо шоколад обработать. Этот, конечно, умирает. Так. Надо фабрику. Сюда надо спеца. Кто ждет спец? Надо сразу идти в пластики. Или в приору, а в прору зайти. Нет, нужно в плане, чтобы как-то держаться по науке, хотя это мне уже не очень важно. Чисто по фану катаем. Так, так. Кстати, может и убить. Может и убить, скотина. А, вот так не может. Так, им придется этого убить, это не достреливает. А этот, если вот так пройдет, то у него ход закончится. Все просто. Все мега просто. Да. А, у меня раз, два. Ничего себе, у меня шоколадок. 4. Там пятая. Вот еще. Да господи, я что, слепой, что ли, я играл? Как я играю? Вот у меня еще одна. Шоколадка не обработана. В комментах надо было писать. Чё ты творишь? Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. О. Treffen wir eine Abmachung. Согласен. Без проблем оформим. Сейчас этого убьют, наверное. Нет, мы сами справимся. Не, реально, что за лаги вообще? Это что такое? Что за лаги? А, на нафиг. На нафиг и все. Закончилась моя идиллия, по счастью. Так. Раз, два, три, четыре, а этих надо улучшать. Стрелков. Что-то мне кажется, что я не особо сосредоточен играл, потому что это фигня. Это тут фигня происходит. Вот это бесит в идеологиях. Раз, и 7 несчастья появилось. По-моему, раз, и исчезло. Ну что это такое? Так, не должно быть. Мог это удать 15. Нет, 15. 20. А, ну 20, да. За 22 я сам согласился.
Какая жесть. Естественно, ни о какой Дани с такой армией речи быть не может. Wederom gegroet. Ik geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. 6 seconden. Ik geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Ik geloof dat ik iets heb wat u... Waarom он постоянно повторяет уже? Что это такое? Основное несчастье мне на ухо очень режется. Поэтому... Дороги нет там, где она нужна. Дорогу построю. Ой. Это грохнет. Нет, это не грохнет. А этот сейчас урон, по идее, от крепости должен получить, не? Почему сдохнет? Может, ты сдохнешь, а? Нет. Он ушел. Взял бы и ушел. А, ученый. Не появился. Так. Раз. Убили. Так. Достроили здесь дорогу. Черт с тобой. Так, надо тебя будет пустить на... Может, о, может пехоту открыть и вообще его задавить. А, не задавлю. На пластике надо это выпустить. Серьезно, я туплю, просто реально я первый раз 4,5 месяца играю. У меня чувства игры вообще нет. Походу что-то вспоминаю. А, кстати, это же враг. Его же надо гасить. Просто гасить урода. Так, ну так нет, сейчас надо будет... Две шоколадки еще у меня будет. Торговать, торговать, и еще раз торговать. Нищенская стопа. Так, ну это вообще что такое? Он берет науку, мне отнимает. Какая перед ним цель стоит, я вообще не понимаю. Этот умер. Рабочий сейчас сюда перебежит. Сюда не дал. Кому же компьютера? А, вот. Есть шанс построить Эйфелеву башню. На самом деле у меня нет шанса. Потому что если я начну ее строить, через парочку ходов меня опередят. Такая вот правда жизни. Бенди чисто по фану может построить. Можно построить. Я сейчас вот это построю. А тут... Так, что бы тут построить такого веселого? На золото вообще нет, поэтому да, надо торговую компанию бахнуть.
Я тут, походу, свои войска потерял. Галяка, да. Города все равно требует. Он в своих принципах не отказывается. Машара. Сюда можно. Ой, буду против него защищаться, торговать, вот так вот. А как Армения это в реальной жизни делает? Никаких отличий нет. Инкарунакунака, вакайчин микай. Безусловно. Вот опять исчезло. Всем исчезло. Ну что за бред? Вот всегда мне это бесит. Бах исчезло, бах появилось. Зачем это сделано? Непонятно. Типа. Публичное мнение, да, всем несчастье, ну пусть оно так и будет, но оно вот пропадает местами. И кажется, что все нормально, но нет. Так, Египет под себя поднял уже весь мир. Ой. Так. Че это по сторонам? Кораблик. Кораблик. О, культура у меня. Ладно, сейчас, секундочку. Это мне неинтересно. Так. А тут выбор, да, взять рационализм 2, две науки специалистов или... Или вот на это. Тут я получу, соответственно, 8 счастья. И тут я получу 8 счастья. Ну как бы если брать вот эту, да, фигню, то смысл. Бля, Ой, извините. Смысл. Наука, если счастья не будет, и роста не будет. Поэтому надо брать. Надо брать вот это. Вот тут достроиться. Сейчас тут достроиться. Да. Это не имеет смысла строить его. Не имеет смысла строить никакого. А, вот. Лодочку построить еще. А, цель тут для науки исчезнет. Ну, черт. Черт снесите с наукой. Я даже на 1% обгоняю самого днищенского чувака по науке. Так. Так. Вот это выгодное предложение, по сути. Выгодно для меня. Так, только не говоришь, что Египет сейчас на меня возьмет, а не пойдет. Ну, хоть это шара, да? Вот ему этого не делаем, это мало. Он еще хочет 17 заход. Пошел ты к черту. Так, чувствую, мне сейчас очень понадобится моя пехота. Первой мировой. А еще больше мне понадобится... Скажите, у меня еще всего 2 стрелка. Ха, прикольно. Ich sehe, ihr bewundert meine... Нет. Как тебе понравится, если... Вообще не понравится, если честно. Вообще не понравится. Ой. Так. Ладно, мы с ним типа дружим. В принципе, не кипятись, парень. Жить вон. Что ж такое-то? Он еще думает, что я лох какой-то. Такие предложения принимать. Ну, очень выгодно, да. Прям не знаю, как отказаться от него. Ну вот очень он хорошо занял место. Прям он ему помогает. Ему этот урод помогает. А не мне.
тут уже какая-то фигня начала обрабатываться. Это же озеро считается. Да, этот на озеро не дает еды. Не дает. Вот стеков классное здание на озеро. Что вспомнил. Так, красть у меня нечего. Кстати, что там мои шпионы? Москва. Ага. Ну ладно. Так, сейчас. Вот так сделаем. Так. Все, мне лень строится, но жителей я туда не буду сажать. Сейчас так туплю-то. Туплю стену лучше построить. Стены лишними не будут. Ну вот как так? Все занял. Ну что за урок, а? Что-то у меня... Вот это вот... Честно говоря, убрать надо, да? Конечно. Это ладно, пусть сторожит. Это тоже вот что это такое? Я его здесь еще улучшу. Шикарная игра. Тело удалить, я его улучшу. Да что я делаю с Белградом, да господи. Что я с Белградом делаю? Где? Не, я с ней не буду воевать, у меня с ней этот защитный пакт. Где Белград? Белград. Так у меня с ним вообще война. Вы что, рафлируете, ребята? А, ну я могу с ним помириться, ну хорошо. Я же на него нападал, что они на меня наезжают. Когда я на него не нападал. Правильно? Правильно. Надо бы войск поднастроить. Вот этот бегает у меня тут. Этого легче удалить. Этот, ладно, пусть сидит уже. Раз ему так повезло быть. Я думаю, может не надо, а его. Две науки все-таки. Все-таки две науки приносят. Я вот тут у меня плантация еще одна будет, мне хватит. Да, все, я принял решение. Отмена. Эту железку обработаю. Абсолютно. Но тут цифр производства больше, поэтому тут он и побольше нравится. Так, а сколько мы уже играем? Что-то я опять ни таймера, ничего, естественно, поставлено не было. Но это стандарт. Пару ходов нам. А, вот, построили не башню, ничего бы я не успел. Это даже я и не начинал строить, а так бы. Вообще они все в стиле упустили бы на то, чтобы мне помешать. Надо было это. Надо было не железку. О, он отступает. Все взяли.
порядок. Реликвия какая-то. О! Халява астрономия, хотя мне вообще бесполезно. И на пластике надо сжечь одного ученого. Вот так вот. Вот так вот аж я сократил. Как я сократил отставание, да, на две. Полезно, полезно. 135. Чё так много-то? Может быть, в лаборатории, конечно, бахать. Так. Ну что, обычно я делаю вот так, ну что-то... Обычно как-то побыстрее у меня все это получается. Никакой разницы нет. Чё по населению? По населению даже не так плохо, как по всему остальному. Ну, как бы типичная Армения в жизни. Никаких нету отличий. Армения так себя живет. На планете Земля и чувствует. Поэтому, можно сказать, это симуляция. Вот так же на неё нападают всякие турки и так далее. А все как жизнь, абсолютно. Никакой разницы нет. Абсолютно никакой разницы. Или Армения защищается, пытается развиваться. Ничего у нее не получается. Вот такой спойлер. Обидно, обидно. Сейчас мир захотел. Галяка, да. Его желания сократились всего до одного города. Ну, да черт с ним. Так. Так, надо экономить бабки. А то, что я размахнулся. Вот когда строю эту плантацию, закончу серию. У меня такие таймеры. Таймеры альтернативные. И в принципе, нормальная игра получилась. Я, конечно, лоханулся здесь. Ай. Так, отсюда. Туда придет. 86. Немного тебе? Что ты так неохотно продаешь ресурсы? Урод египетский. Добро, добро. Так. Мне кажется, что надо немножечко больше производства. О, у меня даже такая копия уже есть. Нормально оформляю. Тут производство вообще, ну тут с самого начала не было. Я тут еще и удалил. Забыл, что я тут удалил лес. Топ. Считаю, боюсь, что он сейчас возьмет, а на меня нападет как последняя крыса. Опять начало подлагивать, но это стандарт цивочки. Стандарт цивочки все лагает. Вот в шестой такой проблемы нет. Так, тут вроде как все. Так, 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 тут все. Пошли сюда. Это еще те четыре рабочих с моментом уникального.
уже приору построили. О, уже самолетик первый. Значит, у них хотя бы нефть есть. Шёлк, чёрт. На столице, между прочим, 29. А, нет. 29. Следующий ход 29. Так. И, как говорится, на фронт. А, да, прекратила это. Действует эта ерунда. Что, надо откармливать его, я думаю. Я думаю, надо, либо была небольшая столица. Еще одна школа. Денег нет. Все, на следующем ходу заканчиваем. Так. Где эту железку обрабатываю? Да. Исправили. Ik geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Так. Это надо брать. Ну, видимо, ну у него-то счастья нет проблем, они просто тупые компьютеры. А, опять залагало. А это что такое? Офигеть. Ну это надо брать, нафиг мне этот город. Город не нужен мне. Человек бы так в жизни, конечно, не поставил. Думаю, взять его больших проблем не составит. Так. Ну, конечно, тут все клетки есть. И как бы нету. Для поздней стадии игры это фигня, а не клетки. Ладно, я думаю, что хватит. На самом деле нормально продолжили. Я думал, что уже не захочется, но все норм. Все хорошо. Счастье есть, все есть. Не показывает, сколько науки, но это цива. Все нормально. Все, до следующего раза.